Зарядное устройство автопрофи СБ-120 предназначено... Зарядное устройство автопрофи СБ-120. 25 раз репетировал, уже 33 раза перекручивал. Зарядное устройство СБС... Зарядное устройство автопрофи и всех типов кислотно... Да я сам. Так, отключи сейчас еще раз. Так, фаза. Первая фаза. Фаза... Еще. График маленький, путаюсь. Под постоянным... Короче, запутался. Ну, выруби. Сейчас я еще пробегу. Сила тока зарядки постоянная, а напряжение батареи постепенно увеличивается. А, нет. Сейчас. Служит как выпрямитель. Блядь, не выпрямитель. Кто он это? О! Точно. Я понимаю, сейчас все увереннее. Тоже прям учитывал. Так, все, маэстро, поехали. Нет, лучше процессор зарядного. Падла. По, четкая фраза. От розетки работают все. Розетка используется. Падла. От чего она там используется? Так и хочется сказать. Прикуриватель. Интерфейс устройства. Прост и понятен. Не требует. Все, пиздец. Последняя, блядь, фраза. Интерфейс зарядного устройства прост... Да... Блядь, все затупил. СБ-120. Прост и дост... Прост в... СБ-120. И дост... Блядь, мне вот эти слова... Подожди, я сейчас два слова напишу. Давай по новой, Миша, все хуйня. А какой все? Я сейчас тебе про интерфейс расскажу. Давай. Потом то, что оно крутое, что у него офигенная упаковка и гарантия 12 месяцев. Ну, не МХАТ,